Краевую инфекционную больницу, временно переоснащенную под ковидный госпиталь, привезли новое оборудование. К уже имеющимся 9 аппаратам искусственной вентиляции легких прибавилось еще 5. Их закупили по поручению губернатора. 4 поступили сегодня, еще один доставят на днях. Позже, уже на деньги из федерального бюджета, в край появится еще несколько аппаратов. Мы как бы говорим о том, что пациенты у нас постепенно поступают. К сожалению, да, мы говорим об этом, что пика мы еще не достигли, поэтому мы должны быть готовы. Новые аппараты ИВЛ подходят не только взрослым, но и младенцам. Они могут работать в разных режимах. Экспертного класса аппарат считается, то есть довольно много преимуществ по сравнению с другими моделями аппарата ИВЛ. Очень укомплектован, то есть программное обеспечение на высшем уровне в данном аппарате. Надежный, безотказный. Пациенты в больницу продолжают поступать. У врачей уже разработан поэтапный план действий. На первом для больных коронавирусом выделят инфекционные больницы – Краснодарскую, Сочинскую, Армавирскую и другие, что уже произошло. Второй этап организуют госпитали на базе тех больниц, где есть компьютерный томограф. Это обязательные условия. Третий этап – запасной. В этом случае используют и другие больницы, которые сейчас у врачей находятся в резерве. Поэтому врачам нужно быть готовыми, а краснодарцам – осторожными, соблюдать правила безопасности и оставаться дома, как и советуют медики. У 3 краснодарцев подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе Краснодарского края. Всего за эти сутки медики обнаружили вирус у 5 человек. Среди них 2 мужчин и 3 женщины в возрасте от 20 до 62 лет. Итого на Кубани подтверждены 215 случаев заболевания. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Они лечатся в инфекционных больницах Краснодара и Сочи. 3 пациентов умерли, 40 человек выздоровели. К этому дню в медорганизации региона с подозрением на COVID-19 обратились более 900 человек. Дома под наблюдением врачей остаются около 4000 человек. 41 находятся в обсерваторах краевой столицы. Вице-премьер страны поддержал инициативу Вениамина Кондратьева об ужесточении ответственности арендаторов лесного фонда. Этот вопрос подняли во время селекторного совещания, которое провела заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко с главами регионов. Количество лесных пожаров в стране растет, и их основная причина – человеческий фактор. В Краснодарском крае нет ни одной сотки свободной лесного фонда. Но тогда получается, у нас мы ищем физических лиц, мы ищем тех, кто поджег. Но у нас сегодня есть правообладатели лесного фонда, есть арендаторы. Ну, давайте скажем честно, ну, если ты не можешь вот тот лесной массив, который взял в аренду либо в пользование, обеспечить с точки зрения противопожарной безопасности, тогда либо верни, либо уже нести ответственность за это. А у нас никакой ответственности за это никто не несет. Еще раз подчеркиваю, у нас нет ни сотки свободного лесного фонда. Понятно, можно жестче предъявлять требования, но в рамках гражданско-правовых отношений особо сильно не спросишь. Здесь нужна сильная административная ответственность, в том числе к тем, кто сегодня имеет в аренде, в том числе лесной фонд. Огромная просьба пересмотреть административную ответственность к тем арендаторам лесных массивов, которые сегодня ими владеют, она у них в аренде, но никакой ответственности за возникновение пожаров они не несут. Я думаю, что это неправильно. Государство все делает за них, в том числе и не только предупреждаем пожары, но и тушим. Вы абсолютно правильно говорите, что для густонаселенных территорий, там, где есть в лесу пользователь, кроме собственника Российской Федерации, в этих лесах, безусловно, вы правы, на арендатора нужно возлагать ответственность. Поэтому мы с коллегами уже на площадке в аппарате правительства соответствующий законопроект обсуждаем. Те поправки, о которых вы говорите, о возложении ответственности на арендаторов, будем делать сейчас уже в эту весеннюю сессию. Поэтому здесь поддерживается 2 руками. Сейчас на Кубани установлен 4-й, предпоследний класс пожароопасности. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. С начала этого года спасатели и добровольцы потушили уже 70 очагов возгорания. Сложнее всего обстановка в Туапсинском районе. Там 7 апреля был введен режим ЧС, когда пожар распространился более чем на 400 гектаров леса. Сейчас все очаги возгорания в регионе уже ликвидированы. Краснодарский край продолжает совершенствовать противопожарную систему.
По нацпроекту «Экология» планируется закупка новой спецтехники. Кроме того, в этом году появилась еще одна лесопожарная станция в Геленджике. У природы все по расписанию. На Кубань пришло долгожданное тепло, и дальше температура будет только расти. В связи с этим мы напомним вам о главном – о безопасности. На территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности. А в 42 муниципальных образованиях – особый противопожарный режим. С начала этого года зарегистрировано почти 400 загораний сухой растительности. По статистике, пожары чаще всего возникают в садоводческих товариществах. Чтобы избежать неприятностей, советуем соблюдать следующие правила. На дачном участке нужно обязательно иметь первичные средства пожаротушения. А если возникает желание или необходимость разжечь костер, делать это нужно не ближе 50 метров от своего дома, в котловане примерно полметра глубиной и до метра шириной. Скорость ветра тоже важна. Если она больше 5 метров в секунду, огонь лучше не разводить. Эти простые рекомендации помогут вам избежать пожара и связанных с ним неприятностей. Помните, безопасность прежде всего. В Краснодаре снова заработали продовольственные рынки и ярмарки. На них разрешена продажа только плодово-овощной продукции и продуктов питания. Торговые точки открылись на улицах имени Стасова, Уральской трудовой славы, имени Тюляева и на улице Восточный обход. В условиях карантина рынки по поручению главы города Евгения Первышова будут каждый день контролировать и проверять специалисты Роспотребнадзора. Требования жесткие, которые выставил Роспотребнадзор, но они обоснованы абсолютно. Но самое главное, еще раз хочется призвать жителей города, как только у нас первые ярмарки будут или рынки открываться, тоже обращать внимание и быть бдительными. Не надо лезть в очередь, в толчею, которая может образоваться на рынке. Но у нас нет дефицита в городе продуктов питания. Нет. Продуктами питания мы обеспечены на несколько месяцев. В ближайшее время могут открыться еще несколько ярмарок. Если требования по эпидемиологической безопасности на их территории будут соблюдены, то руководители торгового объекта получат разрешение на работу. Если будут нарушения, такие рынки и ярмарки, Роспотребнадзор закроет на срок от 45 до 90 дней. Цены в норме, продуктов полно. Бюро расследований ОНФ продолжает мониторить стоимость на товары в магазинах краевой столицы. Очередной рейд прошел сегодня. Его главная задача – это выявление недобросовестной конкуренции у владельцев продуктовых точек. В рамках расследования Общероссийского народного фронта проводится мониторинг во всех, скажем так, доступных магазинов для граждан. В связи с пандемией коронавируса некоторые магазины начинают демпинговать цены, там взвинчивать и тому подобное на жизненно важные продукты. Мы вышли с мониторингом именно цен и наличия товара первой необходимости. То есть это молоко, масло растительное, там масло коровье, там сахар, соль, макароны, крупы, мясная продукция. Судя по наблюдениям активистов, торговые полки не пустуют. Стоимость ключевых товаров держится на прежнем уровне. А сотрудники крупных продуктовых магазинов успокаивают людей и обещают, что роста цен на товары первой необходимости в настоящий момент не предвидится. В условиях пандемии и экономической ситуации мы выделили 10 позиций социально значимых категорий. К примеру, это рис, геркулес, сахар, яблоко фасованное, картофель фасованный и прочее, на которые мы обнулили наценку не менее чем на один месяц. Исследовать ценовой ассортимент активисты Общероссийского народного фронта продолжат и дальше и напоминают всем о том, что народный ажиотаж вокруг ряда продуктов зачастую и есть тот самый катализатор для роста цен, которым охотно пользуются владельцы продуктовых магазинов. Карантин карантином, а экономика Кубани продолжает уверенно двигаться по пути развития. Фонд с начала года предоставил 23 поручительства на сумму более 178 миллионов рублей. Это позволило малому и среднему бизнесу региона привлечь почти 480 миллионов рублей кредитных средств. Используя средства государственной поддержки, можно пополнить оборотные средства или купить оборудование для расширения производства. При поддержке фонда субъекты МСП могут направлять заемные средства и на другие цели, например, инвестиции или рефинансирование кредитов, ранее полученных в банках. Всего с начала деятельности Фонда развития бизнеса предоставлено 730 поручительств на общую сумму более 4,2 миллиарда рублей.
Кубанские НКО подали рекордное количество проектов на конкурс президентских грантов. Муниципалитетами-лидерами стали Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Анапа, Лабинский и Абинский районы. Всего на конкурс подано 192 работы от Краснодарского края. Большинство представленных инициатив связано с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан. Благодаря информационной платформе фонда все желающие могли подготовить и подать заявки на участие в конкурсе, не выходя из дома. В период приема заявок представители некоммерческих организаций края получили методическую и консультационную поддержку Департамента внутренней политики администрации региона и ресурсных центров развития НКО. Кроме того, департаменты и администрации муниципальных образований предоставили участникам письма поддержки их проектов. Итоги конкурса будут подведены в июне, и с 1 июля 2020 года фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями из всех регионов страны будет распределено более 3,5 миллиардов рублей. Жители Кубани могут найти работу при помощи федерального портала. Для этого необходимо зарегистрироваться в общероссийской базе вакансий «Работа в России». Составить резюме для публикации в базе соискателей или найти подходящую вакансию самостоятельно по названию профессии, региону или размеру заработной платы и другим поисковым критериям. Портал создан Федеральной службой по труду и занятости для помощи в поиске работы и работников. На нем размещены вакансии со всех регионов России. Предложения по трудоустройству подлежат тщательной проверке и собираются от центров занятости населения. А еще портал позволяет дистанционно подать заявление на выплату пособия по безработице. При этом документы, предоставленные жителями, будут доступны сотрудникам центров занятости по месту жительства заявителей. Поддержка населения в разгар пандемии. Социальную помощь в виде денежных выплат получают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Решение о такой мере поддержки накануне принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На эти цели из краевого бюджета было выделено 552 миллиона рублей. Выплату в размере 5000 получают малоимущие семьи и одиноко проживающие жители региона. На сумму в 10 тысяч рублей претендуют малоимущие многодетные семьи. А самое главное, людям не придется никуда обращаться для получения средств. Деньги на счета придут автоматически. В настоящий момент материальную помощь получили уже порядка 50 тысяч человек. Выплата будет предусмотрена для всех граждан, которые состояли на учете в органах социальной защиты населения в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года и получали в соцзащите государственную социальную помощь в виде социального пособия. Всего выплату получат порядка 84 тысяч человек. Также за господдержкой в период пандемии уже обратились больше 23 тысяч кубанских семей. Заявления были поданы для получения дополнительных выплат на детей до 3 лет. Дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка будет выдаваться до июля этого года. Чтобы получить финансовую помощь, нужно оформить заявку в Пенсионном фонде России или на портале госуслуг. Терпеть нельзя гулять. Как показывает статистика, краснодарцы в большинстве своем знак препинания в этом предложении ставят не там, где нужно. По данным Яндекса, индекс самоизоляции в Краснодаре сейчас 2,4. Это один из худших показателей в стране. Хуже нас из миллионников он только у Новосибирска и Самары. После того, как в регионе объявили небольшое послабление карантина и открыли с 10 до 16 часов так называемое беспропускное окно, люди восприняли это как призыв к массовым прогулкам и выходу на улицу. Вы вчера наверняка заметили, что город практически вернулся к привычной жизни. Мамы с детьми гуляли на детских площадках, старики сидели на лавочках, дворовые спортплощадки, улицы и даже парки были полны горожан без масок и каких-либо других средств защиты. Это при том, что рост заболеваемых в стране растет, а ситуацию удается сдерживать только благодаря тому, что многие остаются дома. Особенно настораживает, что на улицах стало больше детей. Новые условия карантина позволяют прогуливаться с ними вдоль дома, но никак не в городских парках, которые еще закрыты для посещения.
Опасность распространения вируса сохраняется, так что режим повышенного внимания к своему здоровью и самочувствию близких выключать рано. Да, в городе весна, но нужно потерпеть. Меры, предпринятые, необходимость. А обращение медиков с просьбой оставаться дома на самом деле реальны. Так что от каждого из вас зависит, как долго те, кому не все равно, будут оставаться дома вместо вас и ради вас. На Кубани проснулись клещи. С укусами на сегодняшний день в медицинские организации края обратилось уже более 400 человек. Из них 171 ребенок. Инфекционные заболевания, передающиеся насекомыми, не зарегистрированы. Если сравнить ситуацию с прошлым годом, в эпидсезон, то в 2020-м случаев стало больше, но незначительно. В Краснодарском крае обитает 24 вида эксодовых клещей. Несколько из них опасны для человека. Нельзя говорить о том, что клещ нападает на людей и животных. Это насекомое двигается довольно медленно и не преследует жертву, как, например, комары или мухи. Человек или животное, сами проходя через лесную растительность, пересаживают его на себя. Актуальной остается проблема заболеваний, связанных с укусами клещей. К таким заболеваниям относится клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Прививки от него, по словам экспертов, нет. Поэтому медики призывают соблюдать меры предосторожности и, главное, правильно одеваться. Особенно в походе или на даче. Чтобы уберечься от укусов, не забывайте про головной убор, носите одежду с длинными рукавами и штанинами, которые лучше всего заправлять в ботинки или носки. Вернувшись домой, обязательно осмотрите себя и своих близких. Защитит вас от клещей пропитка одежды специальными средствами. В случае укуса необходимо сразу же обратиться к врачу, можно и самостоятельно, но аккуратно удалить клеща, обработать ранку и помыть руки. А нежданного гостя отвезите в медорганизацию для исследования на наличие возбудителей клещевых инфекций. Добавим, что в 2019-м всего на территории Краснодарского края было зафиксировано более 4000 укушенных. В 116 случаях выявлены инфекционные заболевания. Чтобы сократить количество пострадавших и тем самым улучшить статистику, специалисты в скором времени приступят к противоклещевой обработке территории нашего региона с обязательным покосом травы в лесопарковых зонах, детских оздоровительных лагерях, санаториях и местах массового отдыха. Но при этом о личных правилах безопасности забывать не стоит. Коронавирус – не повод откладывать решение проблем горожан. Накануне 4 семьи из общежития по улице Дзержинского получили ключи от новых двухкомнатных квартир. А это просторное жилье с ремонтом в новостройках Прикубанского округа. Жильцам еще 6 комнат городская администрация планирует передать однокомнатные квартиры до конца апреля. Сейчас на них оформляют документацию. Одна из новоселов – Надежда Глыбина. По ее словам, очень важно, чтобы у каждого человека была своя крыша над головой и теплый, уютный уголок. Дождались, наконец-то, в такой трудный момент квартиру. Квартира очень замечательная, мы очень рады, что, наконец-то, это на нас обратили внимание. Дали нам квартиры, такие красивые, просторные. Очень приятно. Напомним, многоквартирный дом по улице Дзержинского 125/8 литер А ранее принадлежал Министерству обороны Российской Федерации и был передан муниципалитету уже в плачевном состоянии. Официальное здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. В общежитии 49 помещений, 38 из них принадлежат городу. 11 находятся в частной собственности, еще 6 пустуют. Чтобы расселить горожан, всего нужно приобрести 32 квартиры, 4 двухкомнатных и 28 однокомнатных. Владельцам 11 помещений выплатят компенсации. Параллельно со всеми мерами, которые мы предпринимаем для предотвращения распространения коронавируса, продолжаем также решать наиболее важные городские задачи. Одна из них – расселение краснодарцев из аварийного общежития на Дзержинского. Первые 4 семьи переезжают в новые двухкомнатные квартиры. Ключи от них они уже получили. До конца месяца передадим еще 6 однокомнатных квартир. Оставшиеся сейчас закупаем. Для переселения всех, кто проживает в муниципальных помещениях общежития, остается приобрести 22 однокомнатные квартиры. По ним продолжаются конкурсные процедуры. Остальных жильцов планируют переселить до конца лета. Добрые дела продолжаются. Многие предприниматели и организации Краснодара стараются помочь пережить карантин простым гражданам. Обеспечивают самым необходимым – едой и антисептиками. Сегодня волонтеры доставили краснодарцам, которые сидят дома, и питьевую воду.
Сегодня в условиях пандемии, конечно, очень много семей попали в трудную ситуацию, находясь в самоизоляции. Трудно выйти, может быть, иногда кому-то за продуктами, кому-то за лекарствами. Но есть особая категория – это многодетные семьи. Татьяна Будзинская – мама пятерых детей. Двое уже взрослые, а вот остальные еще маленькие и требуют особого внимания и заботы. Особенно в то время, когда детские сады и школы закрыты, и присмотреть за малышами некому. Мне приходится оставлять их сами, чтобы пойти за необходимыми продуктами. И, конечно, очень тяжело сделать это за один раз, потому что ты один раз приносишь воду, второй раз идешь за продуктами. А тут как бы такая помощь очень своевременная, это во-первых. А во-вторых, вообще вот одна мысль о том, что кто-то может прийти на помощь в такую минуту, она очень вдохновляет. Кроме этой семьи, питьевую воду сегодня доставили еще по 4 адресам. У каждого из волонтеров есть специальный ключ от автомата с водой на 100 литров. Нужно лишь приложить его к магниту, а затем нажать кнопку «Пуск». 10 литров большой семье обычно хватает на пару дней. Пополнять питьевой запас волонтеры будут регулярно, по мере необходимости. В Краснодаре в эти дни продолжают ремонтировать дороги. Работы идут на 38 участках улиц. К этому дню ремонт уже завершился на 6 улицах – Головатого, Володарского, Орджоникидзе, Степной и на подъездной дороге у поселка Лазурного. Осталось нанести разметку на проезжую часть и установить дорожные знаки на улице Алма-Атинской. Ремонт улиц в краевой столице идет по национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Краевая столица продолжает готовиться к 9 мая. На углу Красной и Хакураты реконструируют мемориал, известный в народе как «Солдат и девочка». Памятник имеет отношение к рядом находящемуся технологическому университету, который с 1918 года, со дня его основания, назывался политехом. Постаменты там сделали, сейчас ждут, когда отольются сами бюсты. И их до 9 мая установят, уже закончится. Это те студенты и преподаватели политеха, которые были в партизанских отрядах, как бы и согласовано с политехом, какие именно, и вообще это их инициатива. На постаментах установят бюсты шестерых героев Советского Союза, учившихся и преподававших в старом краснодарском вузе. Уже отреставрировали скульптуру воина-защитника, а оформит ансамбль декоративная каменная стена. Недалеко от этого места, на Северной улице, идет реконструкция памятника «Вечный огонь». Там будет уложено более 1500 квадратных метров гранитных плит. Всего к 9 мая в Краснодаре обновят и реконструируют 34 памятника и мемориала, посвященных Великой Отечественной войне. Сказал, что дистанционное обучение – занятие скучное. Преподаватели и воспитанники Межшкольного эстетического центра готовы с вами поспорить. Наш рояль без вас грустит. 2 недели он молчит. Встречу с вами ждет в хор-классе. Только хор его украсит. Час придет, и встречи быть. Скоро ли нет? Пусть жизнь рассудит, мать вас ждет, чтоб жизнь творить. Счастье было, есть и будет. Пустые музыкальные классы тоже скучают по своим ученикам и педагогам. Еще совсем немного, и они вновь соберутся вместе, чтобы заниматься творчеством. А пока и дети, и их наставники ответственно соблюдают режим самоизоляции. О том, чем на удаленке занимаются педагоги МЭЦ, смогут ли дистанционные уроки заменить очные и как воспринимают новый формат обучения юные таланты, рассказала Маргарита Амбарцумян, директор Межшкольного эстетического центра. Сегодня для ребенка компьютерное окно – это единственная возможность увидеть со своими педагогами. Это очень радостно для них. Во всяком случае, отзывы, которые мы получаем, они все говорят о том, что для ребят такое общение очень важно. Подробности беседы смотрите в программе Алексея Шулепова «Действующие лица» сразу после вечернего выпуска новостей. Отмечать светлый праздник Пасхи православные в Краснодаре будут, соблюдая все меры предосторожности. Богослужения в связи с угрозой распространения вируса проведут во дворах храма. Установят временный престол, где священники и проведут службу. Кубанский митрополит Исидор благословил проведение крестного хода на Пасху исключительно силами духовенства, без участия прихожан.
За порядком проведения этого правила и социальной дистанции для защиты верующих будут следить полиция и казаки. Волонтеры раздадут маски и антисептическое средство для рук. Безопаснее всего прихожанам будет остаться дома и посмотреть богослужение онлайн. Наш телеканал будет транслировать пасхальную литургию в соборе Александра Невского в прямом эфире. Начало 18 апреля ровно в 23 часа. Преображение никто не отменял. В Краснодарской клинике лазерной хирургии врач Павел Попов продолжает лечение маленькой Луны Феннер из Майами. На минувшей неделе прошла очередная операция, чтобы убрать часть невуса под глазами малышки. Как рассказала мама девочки Кэрол, восстановление этого участка кожи проходит хорошо. Напомним, в кубанскую столицу Луна с мамой и бабушкой вернулись в январе. А совсем недавно маленькая американка сделала свои первые шаги. Полезные рекомендации от ВОЗ. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как правильно питаться во время самоизоляции. Они советуют переходить на домашнюю пищу, ограничить потребление соли и сахара, стараться избегать фастфуда и пить много жидкости. Она способствует выведению токсинов и помогает бороться с любыми инфекциями. Планируйте свой рацион накануне. Завтрак, обед, перекус и ужин. И тогда голод не застанет вас врасплох. Не просто распознать физиологический голод и отличать его от эмоционального. Прежде чем открыть дверцу холодильника, надо остановиться и подумать, я действительно голоден или есть какие-то другие моменты. Я волнуюсь, мне тревожно или скучно и грустно. Если действительно есть чувство голода, то тогда необходимо покушать. А если голода нет, тогда нужно искать другой выход из ситуации, попить воды, сделать несколько физических упражнений, позвонить другу, то есть отвлечься и постараться занять себя чем-то интересным. Желательно убрать из зоны видимости все вазочки с конфетами, печеньками, орехами, сухофруктами, потому что все, что съедено без чувства голода, случайно, просто под руку попавшись, это априори лишнее. Список, который разработали в Минздраве России, уже есть на сайте Роспотребнадзора. В него также вошли советы о том, что лучше не покупать продукты впрок, стараться есть небольшими порциями и избегать употребления алкоголя. Также врачи советуют не забывать о физических нагрузках. Такие простые упражнения, как отжимания, приседания и наклоны, можно делать и в домашних условиях. После послабления карантинных мер люди вышли на улицы и забыли о своей безопасности. Но вот профессиональные спортсмены продолжают сидеть дома и готовят себя к следующим сезонам. Не перестает себя тренировать игрок гандбольного клуба «Скиф» Денис Заболотин. Кроме тренировок, многие атлеты стали открывать в себе новые таланты, которые раньше были скрыты. Девушки из гандбольного клуба «Кубань», например, показали, кем бы они стали, не будь они спортсменами. Самоизоляция, самоизоляция. Когда запираешь, когда заключаешь, в квартире ты сам себя. Помимо развлечений, не нужно забывать о своей семье. А иногда можно совмещать и то, и другое. Футболист Краснодара Йон Гудни Фьолусон встретил день рок-н-ролла со своими родными. Другие футболисты из команды «Быков» последовали примеру исландского защитника и провели настоящие профессиональные тренировки с близкими. У некоторых дети были как своеобразный утяжелитель, у других это были соперники. Во время самоизоляции постарайтесь как можно больше сидеть дома. Не нужно выходить из своей квартиры без крайней необходимости. Работайте, если позволяет профессия, на удаленке, а зарплату, как и призы, можно получить сидя даже в родных стенах. Сегодня профессиональным спортсменам приходится оставаться дома, но они не отчаиваются и стараются делать то, чего не могли позволить себе до начала самоизоляции.